Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds 2. Двойное улучшение. Во время особых событий шляп ты можешь улучшать шляпы события и свою рогатку. Звучит тогда и свою рогатку. Так, покормим нашего птенчика, конечно же. Так, окей. Воу-воу-воу-воу. Прокачал всех по чуть-чуть. Молодец, спасибо. Так, знаешь, что я хочу сделать? Сегодня мы, наверное, поиграем с собой в режимы. Мы не будем сегодня затрагивать основную сюжетку. Так, приготовься к битве. Давай-ка мы, наверное, попробуем с тобой по этажам пробежаться быстренько. Ну, одну попыточку всего лишь потратим, да? Поехали. Ну-ка. 10 гемов. Так, яблоко. Еще яблоко, окей. Воу, это что за жетоны такие, ребят? И шляпа кабуки. Прикинь, я получил. Так, все, хорош. Хорош, хорош, выход. Я забираю все награды, что у меня есть. Шляпа кабуки мне выпала, прикинь. Так, 2 яблока. Жетоны, не знаю пока, куда они нужны нам. Ай, Ред. Серьезно, что ли? Выглядишь как девчонка в этой шляпе. Так, что у нас тут? Бесплатно, давай откроем. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Что же за жетоны, а? Скажи-ка мне на милость. Для чего они нужны? Что я могу на них купить? В конце концов, пока не знаю. Так, магазин шляп. Комплект события. Вот оно что, ребята. Комплект события у нас. Это экзотика? Да, это экзотика. Ну-ка. Давай что-нибудь удачное мне. 10, ребята, этих жемчужин. Кисло. Ну что, какие у нас с тобой режимы есть? Так, это у нас основная сюжетка. Что у нас тут? Сумасшествие серебрянки. Я хочу поиграть, ребята, в это сумасшествие. Основную сюжетку мы с тобой в любой момент можем пройти, но мне сейчас нужны именно, ребята, заклинаки. Так, выберите заклинание. Выберите заклинание. У меня не так уж много заклинаний, если честно. Ну давай я возьму орла. Так, смотрим. Здесь все ледяное, да, получается. Ну, попробуем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Слушай, я же не знал, что это вот так все будет. Ну, это круто, на самом деле. Так, упади. Блин, а как же мне туда... Это притягивает наверх, да, я так понимаю, ребят? Вот как мы можем с тобой сделать. Поехали. Да ладно, я даже не успел, ребята, бомбануть. Ну-ка, а ты, серебряночка? Это, конечно, все хорошо. Но вот этот-то хламон остался. Вот как мне его подбить? Может быть, как-то вот так вот? Да господи! Попробуй. Блин, да я так всех птичек своих просто растерял. Так, ладно. Тут еще просто одна миссейка у нас. Все ведь? Что здесь? Ох, ядрить, мадрить. Ты посмотри. Я вот так вот сделаю. Сейчас. Орел, помоги, пожалуйста, мне. Ё-моё, вот это расколбас. Вот это да, я понимаю. Фух. Ладно, мы здесь с тобой прошли. И что нам... А, ну яблоко я получил, да. Так, нужно вторую победу теперь сделать. А в итоге вообще 3. Пока я заработал 200 жетонов. Как бы они у меня лежат, да, в копилочке. Ладно, давай смотреть, что здесь у нас.
Выбери, говорит, заклинание. Но я выберу опять орла. Карнавал какой-то у нас. Какой-то карнавал, друзья мои. Понеслась. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да ладно, неужели с первой попытки? Эть, хорошо-то как. Мне это понравилось. Мне это очень понравилось. Ну что, теперь здесь. Так, если я, например, бомбану сюда. А бомбану я, наверное, нашим шариком. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ох ты. Слушай, ну... Круто. Круто. Так, теперь вот этих нужно подбить. А тут мы можем вот так вот сделать. Вот и все. Вот и изи. Да, друзья мои? Так, остается всего лишь одну пройти нам, и будет победушка. Мы с собой получим фул награду. Окей. Конечно, дальше. Еще спрашивают, дальше или нет? Дальше, конечно. Так, посмотрим, что здесь у нас будет. Угу. Какая странная тут у них построечка. Поехали. Ой. Не так. Не так я это хотел, ребята. Ну, посмотрим. Да ну. А как же мне тогда сделать? Во. Вот это другой разговор. А, так тут у нас три этапа. Ё-моё, а я-то тут рассусоливаю, друзья. Я не заметил, я думал два. Птичками тут раскидываюсь. Хм. Так, ну если я возьму... Блин, нет. Реда, наверное, лучше здесь взять. Наверное. Давай. Ну, на самом деле, я не такого эффекта хотел. Зачем вот это вот нужна здесь внизу? Вот объясни мне, пожалуйста, я не понимаю вот этого. Если он полетит. Ага. Так, ну вот здесь вот подбить-то сможем же. Свинтус улетел. Так, у нас с тобой мало птичек и последняя миссия. Ого. А, тут еще и босс. Ты прикинь. Он ведь и на спасательном круге здесь. Как мне тут так сделать хорошечно, а? Давай, 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 вниз, прям на него, падай. Да зачем же так-то? Хм. Подожди, а... Как-то интересно, тут и босса нужно подбить, и... Ну, если вот так вот сделаю, к примеру. В никуда полетели, да? Блин, почему мне этого-то дали? У меня толк от него. Друзья мои, ну-ка. Барон этот. Ага, смотри. Смотри, 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 мы его выкинули, ребят. Лети, 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 лети. Все, ребят. Победа, я надеюсь, ведь так? Слушай, по-моему, победа. Наша задача была завалить босса. Да. Вау. Но получали тут с тобой сундук. Давай вот это вот.
Это что такое? Какие-то три билета. Еще яблоки. Так, за тренировочный лагерь могучего орла ты получаешь бонусную карту персонажа Серебрянка. Даже так? Опачки. Дальше. Слушай, а тут, смотри, там сундук, по-моему, я какой-то могу взять. Ну что, поехали? Подожди, что-то тут нам показывают, можно вернуться. И что-то я не добрал, видимо, да? Сейчас мы глянем, что. Ты нашел предмет, сундук редкий. Открыть, окей. И что нам в нем выпадет? Ох ты. Блин, лучше бы кепка выпала. Ну, ребят, карточка на орла. Тоже, кстати, неплохо. Так, шумные разборки, турнир уже начался. Постарайся не пропустить следующий. О, всякое. Принес мне подарочек. Так, здесь забираем награды. Отлично. Все. Ну что, продолжаем, да? Проходить. Надеюсь, все у нас тут с тобой получится. Я в это свято верю. Ну-ка. Блин. Колдуна, мне только этого не хватало здесь. Если мы сделаем с тобой так вот. Ох ты! Ракета, ракета, ракета! Не туда ты полетела, ракета. Не туда. Как это ерундиска получилось на самом деле. Все не то. А-а-а, я же мог вот так вот сделать. Поздно, поздно я допетрил. А если вот сюда вот? Получится ли? Воу! Блин, я не пройду этот этап, друзья. Только лишь по одной причине. Или пройду? Нет, ну этот-то пройду, а вот тут еще два у нас. Вот в чем проблема. Ой-ой-ой-ой-ой, золотая свинья. Если мы здесь с тобой, например, возьмем. А если вот, блин. Как-то вот так вот, что ли, сделать. Хорошо, но не совсем. Поехали. Паршиво, ребята, паршиво. Свинка золотая, оп. Мне возвращает бомба. Да, ну вот это вот ахонорика. Подбил. Так, и у нас еще, да, значит, последний поединочек получается. С одной птичкой я не пройду здесь, друзья. Причем здесь будет босс. Вот он, повар. Шеф-повар. Это мне нужно как-то его скинуть, получается. А если я сюда залечу, так сказать? Я тебя умоляю, ты серьезно, что ли? Фокус не прокатил, ребят. Ну, проиграл. Проиграл тут. Давай еще раз. Три попытки, да? Если мы залетим... Вот, вот куда нам нужно, наверное, с тобой залететь. Куда ты? Хотя, если этот повар сюда прилетит, то это будет круто. Давай, 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 лети, 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 лети. Да блин, ты серьезно, что ли?
А тут я его не столкну, ведь так получается? Твою ж налево. Ну как вот он умудрился, ребята, здесь вот... Вот сюда вот выжил, а, все-таки? У меня будет попытка или нет? Мне даже не дадут рекламку, да, ребят? Проиграл. Еще раз. Нет, спасибо. Там слишком сложно для меня. Хотя мы же можем с тобой взять других. У нас есть свинка, у нас есть птичка-бумеранг. Так, давай попробуем вот этот режим. Что тут у нас? Если я не ошибаюсь, здесь нужно продвигаться. Добро пожаловать на арену. Оу. Так, информация об арене. Вот таких вот у меня. Бесплатная игра, давай, давай. В бой. Тут выиграет тот, у кого рогатка круче. Мне кажется, так будет все. Ну, к примеру. К примеру, я начну вот так вот. Давай, 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 дави. Прекрасно. Обалдеть, у него уже миллион с лишним. У нее, точнее, да? Моя вторая попытка. Если я сюда залечу. Вот так попробуем. Окей. Все равно пока почему-то больше у нее очков. Ну-ка. А свин что у нас делает, ты помнишь? Вот я не помню, ребята. Свин, он, по-моему, что-то... То ли отталкивается, то ли еще что-то. Плюется. Да как ты набираешь столько очков? Вот скажи-ка мне на милость. Давай, давай, Матильда. Ну это нереально. Ну, что это такое? Ну вот как? Еле, ребята. Никак. А, вообще фигня полнейшая, ребят. Вот как можно заработать 3-4 миллиона? Объясни мне, пожалуйста, а? Как? Начать заново. Я и так начну заново. 4. Какая страшная, елки-палки. 4 ляма. Не знаю, ребята, это что там нужно сделать было? Слушай, я могу заменить? Нет? У меня есть еще, ребята, один билет. Чай Прада. Или Прадя. Чай Прада. У него, смотри, какая рогатка, ребят. И у меня какая. Я как бы чуть-чуть круче, чем он. Нет, только кажется, что я круче. На самом деле, нифига не круче. Ну давай попробуем здесь. Угу. Так. Здесь берем бомбу для начала. Поехали. Просто вломаю тут в хлам все. Сколько он зарабатывает очков? Ага. А двигаемся дальше. Теперь я понял, как там можно было заработать 4 ляма. Тут, оказывается, дальше проходишь. А я просто в первой локе завис. Ну что, здесь, наверное, сделаем с тобой. А что мы тут? Как мы тут? Ну давай так попробуем, наверное. Улетело. Тут нужны были вот эти вот весельчаки. Давай со своими плевками. И ракета полетела не туда, куда надо. Давай ломать тут, крушить. Крушить, ломать. Опять меня переплевывает, я смотрю, да?
Так, Матильда, нет. Или да, все-таки. Ну? Вы сейчас вот издеваетесь, да? Раздавите вы этого хнорика-то! Не, ребят, ну тут что-то вообще... Ну как вот можно вот так вот сделать, чтобы он выжил? Ребят, ну что за бред? Блин, я так нормально шел, так нормально все начиналось. На тебе. Я не успокоюсь, пока не пройду. Пока, точнее, у меня билеты не закончатся. Чай прадед тебя победил. Ну, конечно, победил он меня. Просто специально свинью эту подсунули под этот. И мне до нее не дотянуться, ничего не сделать. Играй как хочешь, называется, ага. Молодцы, красавцы, лучше не придумаешь. Ладно, последняя попытка, ребята, у меня. Больше билетов нету. Какие-то пушки еще. Ну что, тут понятное дело, да? Вот так вот, поехали. Угу. Здесь висит чеки со взрывчаточкой. Слушай, а ты не оборзел ли? Как ты там вот так вот умудряешься это все это сделать? Я не понимаю. С этой свинюхой тоже я не, ребят. Я не знаю, как ей играть. У меня не получается. Матильда, ну давай. Есть. Так, двигаемся дальше. У него уже 4 ляма. Золотая свинья. Слушай, я хочу получить золотую свинью, ребят. Угу. Дополнительная карта. Я офигею, как он там набирает. Но... Ну все, все, все. Так, он тратит. У него 5 лямов, да? Он меня переплевывает, ребят. По всем канонам он меня переплевывает. Ну-ка. Блин, 5600 у него. Была не была. Есть, я размазал все-таки. А что победа птиц? Победа птиц, главное. А мне никого, никого здесь нету. Что я буду здесь делать? Птичек-то у меня нету. А, ребята, вот это вот самое обидное. Так нормально шел и на тебе. Просто сфейлился. Я теряю в ранге. Я все ниже, ниже, ниже падаю по рангу. И это плохо. У меня еще и звезду отняли. Круто. Круто, друзья мои. Что я могу сказать еще по этому поводу? Понизили в ранге. Ну позор просто. Так, последний билет, да, у меня? Что-то я думал, что там был последний. Можно... поменять. А-а-а. Не так все просто, оказывается, да? Поехали. А чё? А в чем проблема? Ты извини меня. Я не понял, если честно. Ну-ка. Жух! Вот так вот вам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, смотрите. Гудбай. Полетели. Так, у него еще карта дофигища у противника. Так, что у нас тут? Здесь мы как-то должны плюнуть.
и отлететь. Плюнул, блин. И отлетел. Окей. Так, этого голодранца сейчас подобьем. Вот так вот. Тыч! Ты серьезно? Он упал, приземлился, ты понимаешь? Блин, все, меня переплевывает. Так, сколько у него? Две карты осталось. А у меня? У меня сколько? Тоже две, да? Тоже две. Аккуратнейшим образом. И этого все равно недостаточно, да, получается? Так, он почти меня догнал, друзья. Он почти меня догнал. Ну? Ну? Да ты... Ребят, даже здесь... Тихо. Мне повезло. Мне дали, ребята, карту. А ну-ка. Ух! Ё! Но здесь я победил. Ты видишь? Да все. У нас нет больше карт. Зачем вы нас сюда перекидываете? М? Победа за мной. Давай, первая победа. Так а чё вы? Все. Я победил Раша. Это круто. А что мы там с тобой получаем? Ага. Музыка еще на ускоренном до сих пор играет. Так, ну что, ребята, погнали дальше? Блин, ну они какие-то серьезные. Тут смотри, 31 мощь. Почему ускорение-то не заканчивается? Я уже вроде бы все отпустил. У нас до сих пор еще под ускорением все. Игра глюканула или что? На тебе там. Я не могу понять, что... Как тут сделать-то? Мне не видно. Кристалл какой-то. Может быть, этот кристалл нужно подбить? Ага. На! Ничего себе. Ты знал, что здесь вот так надо сделать? Подожди, а перелететь я, наверное, не смогу, да, это все дело? Попробуем еще разок. Есть! Замечательно. Так, я двигаюсь дальше. Угу. А здесь можно вот так вот делать, в принципе, да? Нашими... малышами. Ой, как тут сладко-то все вышло. Так, а теперь вон. Подожди, вон туда. Блин, он меня переплевывает. Ребята, а как интересно, вот здесь я должен, да? Ты посмотри. А, понял. Смотри. Сейчас сработает. Тун-тун-тун. А этот выжил? Ты представляешь, этот выжил, а? А как же мне тогда здесь? А здесь я никак не могу сделать, ребят. Если только вот так как-нибудь полететь уже самому. Да,
Сработал фокус. Так, ну-ка. Сколько он там зарабатывает очков? Он меня переплевывает, ребят. У него одна Матильда, и у меня, кстати, тоже одна карта остается. У меня бомб. У него Матильда. То есть, если я вот так вот сделаю. Кристалл, где кристалл? Куда срабатывает кристалл? Не вижу я. Ага. Угу. Так, он потратил все карты, ребята. Я уже выиграл. Я уже выиграл. А если я еще сделаю вот такой подарочек ему? На! Вообще идеально. Все, карт больше нету. Друзья мои, ну вот, опять восстановил скилл свой. Как говорится, пошла маза. Ну все, здесь можно заканчивать. Опять проблемы с сервером, да? Все, Эгги с Макса я победил. Он был чуть-чуть сильнее меня по рангу. Так, мы забираем с тобой 50 жемчуга. Так, а здесь уже сундучок будет разыгрываться. У нас, по-моему, есть еще билетик. Если посмотреть на челлендж, я сейчас в данный момент нахожусь на первом месте. Давай, наверное, укрепимся малька, да, здесь? О, смотри, какой противничек. В принципе, не такой сложный. Победа дает 11 очков, поражение минус 9 очков. Угу. То есть ставки повышаются, да, получается? Ой-ой-ой. Так, если мы сюда вылетаем оттуда. А если оттуда, то улетаем туда, да? Нам, наверное, вот так вот выгоднее бомбить. Поехали. Да. Так, прекрасно. Теперь свинотник. Нет, надо вот сюда, наверное. Вот так. Хе-хе-хе. Так, пока на изи. Так, погнали. Ох ты. Почему тут не дают серебрянку, а? Она вообще бы тут зашла на изи. Так, если я сделаю вот так, через прыжок. Это было беспонтово и бестолково, на самом деле. Воу. А если вот так сделаю? Во! Ну вот, совсем другое дело. Совсем другое. А почему у него две свиньи? Так, значит, смотри. Здесь нам... Блин, как вариант, да? Попробуем. Вот эту надо подбить. Хорошо, так, ребята. У него две карты, а у меня одна. И он меня обгоняет. У него Матильда. При правильной игре. А у меня-то кто? У меня весельчаки. От них-то тут вообще толку никакого, ребят. Иду ва-банк. Мне кто-нибудь достанется? Эх. Нет, ребят, не заработал я. К сожалению, ни одной птички. И гемов нету, блин. Че, проиграл я аренку, да?
ты дичь. Лопнула лампочка. Да. Ну не свезло, ребята, мне. Не свезло. Сложная арена, тут ничего не скажешь. Так, давай посмотрим, что у нас еще там за режим есть. С моим везением, как всегда, да? Ну-ка. О, три карточки дали мне на уточек. Ну, лучше бы мне дали три карточки на перец, чем на уточек на этих, да? Так, что у нас здесь? Опять бесплатно? Давай получим. Вот это хочу. Куда эти жетоны? Вот скажи мне на милость, куда их? Слушай, а давай посмотрим, а? Может, что выпадет нам хорошее? Ну-ка, о, 200 перьев. Это, по-моему, на свинью, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. По-моему, на свинью, да. Окей. Так, и жетоны. Плюс яблоко. Так, что у нас тут? Подвиги. Еще два билета я забрал. Так, что у нас вот это за режим? Это, по-моему, у нас битва гильдий. Так, местная, мировая и лучшие кланы. Насколько я помню, на арене я не могу выступать, ребята, потому что не коннектится. Давай проверим. Ну, по-моему, вот это вот бесконечность будет вот так вот. Да, ошибка подключения. Я не знаю, ребята, в чем проблема. Кто, если из вас играет в Angry Birds 2, напишите, пожалуйста, у вас тоже так же не коннектится к арене? Или в чем проблема? Я не знаю, ребят. Вот у меня вот сколько раз я пытаюсь за всю игру, ни разу еще не было, чтобы меня туда запустили. Постоянно пишет ошибка подключения, и все. Так, ну что, мы с тобой... А вот это что такое? Что это за самое нижнее у нас там? А, вступи в клан и создай клан. Ну, чтобы создать клан, наверное, нужно будет... 350 гемов, кстати. А почему бы не накопить? Давай поставим перед собой цель накопить 350 гемов. Да? Это будет круто. Так, ну что, я думаю, пока на сегодня будет достаточно. В следующей серии мы, наверное, с тобой все-таки будем уже проходить сюжетку основную. Ну что, сегодня я получил из заклинаний только три уточки. И все, ребята. Не очень сильно, конечно, кушанули. Но ничего с этим не поделаешь. А на этом все. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.